Ну что, всем привет, с вами снова я, Забэйвитер, мы дальше продолжаем прохождение Star Wars Outlaws. Как ни крути, давайте доберемся к мастерской Темина. Темин, ты где там? Кадик, just tell me this factory's closed. I wish I could. Only Temin knows where it is. You're wasting your time, Kay. When my systems fail... Jalen will provide you with a capable replacement. Just save your energy, okay? Так, это получается, для него нужно будет еще задание какое-то выполнить, я так думаю. Мне кажется, придется выполнить задание. Это да. Что-то эта локация какая-то странная, слушай. What do we do if Temin can't help him? Not a whole lot, Kay. ND. Что-то подрезает все равно. Please, continue to talk like I'm not here. It's enlightening. This is it. Япона мать, это локация походу такая же. Там все нормально, все прекрасно, хорошо Listen, работает, kid, зато just здесь. Tell me where I can find Kate Vess. How about you just walk away instead? Kay. Well, this should be an easy death mark. Uh-huh. Have you met my battle droid? You think Zarek Besh is afraid of that rust bucket? Hey, Indy, you almost clipped me. И это через дверь тоже. A working BX unit? I've only seen them in pieces. He's not going to be working for long. His power core is failing. And I heard you know where we can get a new one. Well, I was trying to keep it a secret. But come on, I'll show you. Надеюсь, за 3 километра нам не нужно будет куда-то бежать. You wouldn't believe half the stuff I find down there. I don't know who decided to build Mira on top of a graveyard. It's an efficient design. Oof. I don't like you when you're busted. So the way to the factory starts in your basement. Why do you think I bought this place? Now it's almost monsoon season, so my usual way is flooded, but hey, you'll figure it out, right? We have to. Thanks, Temin. Так, войдите в катакомбы. Здесь катакомбы, да? Да, бля, у них здесь все в грязит. Подгрузки постоянные, короче. Куда не зайдешь, локация идет. Плюс подгрузка, плюс подгрузка. Жесть какая-то. Ну, короче, такая локация, что ты поделаешь. Походу от этого не избавиться. Либо она требует слишком много видеопамяти, либо... каких-то других ресурсов. Вот оно и не успевает обработать, походу. Separatists. The factory cannot be far. Так, залезть? Ага. Нету у меня резака, нету. Come on, Nix. Let's drop that ladder. That did it. Nice one, Kay. We're coming up. Ну давайте, ребята, у кого-то резак стопудово должен быть. Алло. Зачем я? Ага, лезет. Oh,
Dead end. Not for us. I never leave home without my fusion cutter. Может, ты мне подаришь? Робот стоит. А нам куда? Сюда дальше? Да блин, такое ощущение, блин. Ubisoft, вы что делаете? А что ты там встал? Может, ты пройдешь? Почему бы, да, не дать мне вот этот резак, который у него есть? Это было бы уже проще. Типа, добрался туда-сюда. Нет. Нужно ждать этого типа, когда он пройдет. Дай мне свой резак, блин. Охренеть. Где-то что-то нужно, наверное, заюзать. Угу. Hey, hold this open. А типа пролезть они не могут, да? Think you can hold that open for me? Okay, here we go. Oh my god. Yes. Oh да. This turbo lift is Clone Wars tech. Can you get it working? Gadeek, are you sure that lift console still works? And nope. Look at that. It shorted out. Just means you'll have to find another way to power up this turbo lift. There should be an auxiliary console down below. Отдай мне этот резак, я пройду в два раза быстрее, чем ты вот это, блин. Ай, пиздец. Спасибо. Ладно. Типа мы должны были зацепиться. Но почему-то она не зацепилась. Ебать, эту локацию грузит долго. Ё-моё. Реально. Дольше, чем другие локации. Они что, её не могли нормально оптимизировать, что ли? Она хуже оптимизирована в разы, блин. Такое ощущение, будто они... Блин, тут... Нет, подожди. Нужно было прыгнуть. Ой, блядь. Не дать возможность зацепиться просто. Ладно. Ладно, ладно. Дальше спускаемся. О, вау. О, вау. Оп. Самолетчик. Стой, ты, стой, ты, стой. Yep, I'll walk it off. Okay, let's look here. Так, походу вот здесь нужно дать питание, да? Auxiliary console. Okay, be down in a minute. Just patching up some rusted converters. Если зачистить там еще.
You wanna hurry that up? I don't think I'm alone down here. Some Mako beasts. Oh, well, they're dead now. B1 unit 275, respond. B1 unit 699, respond. B1 unit 888, report on your status. They're gone, Endy. We gotta keep moving. Yes. I knew that. I will power up the gate. Так, ладненько, ладненько, дальше идем. Proximity alert. Get it off of me. What's wrong, Endy? Good. Clone commandos have surrounded our position. Then stop shooting. There's nobody here. I got this. We're okay. He's in transport stasis. Sure, but that control panel's fused. I'll find another way to get through that door. Here. You might need my fusion cutter. You ever used one of these before? I saw enough of them in the south stretch. Yeah, good point. I will see what I can do for ND5. Ой, да ладно, можно было бы раньше дать. Писец. А если, кстати... А, ладно. Куда нам нужно? Короче, если в начале игры выбрать, наверное, вот эту локацию, то может быть можно этот резак раньше получить. О, я пошел по списку, как оно было, в принципе. Да ладно, и сразу попалось место для резака. Офигеть, офигеть. Вот это нежданец. Сейчас всю дорогу резаком пользоваться будем. А, не, подожди, это же задание идет уже после Джабы. Ну, ладно. Think you can open that next? Хрен знает. О, здорово. Cycle ND5 out of stasis. How do we know he won't attack us when you turn him back on? I'm not strong enough to carry him. Are you? Fine. Wake him up. Kay. What happened? How long was I out? Don't worry about it. Just stay with Gadeek, okay? Factory. Can you imagine all the vintage parts inside? The hybrid droids you could build? Yeah, I can see why Temin kept it secret. I was assembled in a place like this. That's what we're counting on. Hold tight while I get that door open. Открывайте уже, ё-моё. А, мне нужно открыть, я понял.
мы не ходим обычными путями. Нам нужно сначала что-то включить, что-то где-то полазить. Мы не ходим как все. Там стрельнуть нужно будет. Окей. Типа, а куда это? А куда это? Талый ты, я упал. Блин, оно опять что-то грузить будет дую тучу времени. А что с этой локацией не так? Типа травы много. Так может же было как-то... Как-то что-то где-то не грузить. Не знаю. По-моему, мы где-то внутри находимся, там, где травы не так уж и много, чем на поверхности, допустим. На поверхности я еще понимаю, типа... Так, окей. Дальше-то куда? Ага, вот сюда. Блин, эта локация будто бы напрашивается, что она лагает. Просто, типа... Ай, ладно. Что сделаешь? What do we got here? You did it, Kay. The gate's opening. Meet you inside. Oh, really? Hey, Gadik, I'm trapped. A little help here? I'll get you out. Hold on. All right, let's go. Да давайте уже быстрее. Okay, are you seeing this? There's got to be hundreds of droids down here. It's kind of creepy, and there's only one droid down here I care about right now. Right, I'll focus. Oh, the command board. Gadik. Whoa, how big is this place? Okay, there's no power to this turbo lift. Does anything in here still work? Kay, it's time to contact Jaylen. My internal systems are shutting down. Gadik, can you do anything? You need to stay the power source. You need to use a console and get this lift working. Okay, I'm on it. Okay. Need to get power to this console. There's one generator running. Just gotta find a way across that assembly room and fire up the other two. Ёбка, ну и бабай, блин.
Куда? Тю, блин. Подайте питание к генераторам. Крутик. Круто, круто. Как к ним добраться? Да, блин, беготни, конечно, нам предоставили много. Just do what you can, okay? One more generator. Да ебать тебе вдышло, блин, ё-моё. Могло бы еще не, немножечко, этот чтоб я прошел, блин, спокойно. Нет, блин, включилось под самый конец, блин. Жестко. Чисто не повезло. Вот это задание. Просто беготни да накинули нам. Дополнительно, блядь, перед финалом. Еще здесь не хватало набегаться. Просто локация, блин. Акива это лагающая, пиздец. Как я должен был догадаться, что она сейчас включится? Сейчас она-то быстро включилась. Окей, ждем. Да, блин. Зачем ты подпрыгнула? Я еще вперед, блин, нажал. Я еще подпрыгнул, блин. Пиздец какой-то. Контрольная точка сейчас будет там же. Возле этого генератора. Что нельзя здесь было сделать? Или побольше контрольных точек. И так пол игры, блин. Тоже контрольные точки, хрен знает где. Либо в начале миссии, либо когда ты сделал какую-то активность. Thank you.
Так, а нам в какую сторону? I can hear someone else down here, Kay. We were followed. I can defend us. What if you malfunction again and blast me instead? No, you guys keep moving and I'll check it out. Растягивают как могут, блин. Мы уже почти все сделали. Изрек Бэш, что они здесь делают? Нахрена они сюда пришли? Лично я не понимаю. А, блядь, чё ты... А, ё-моё. Блин, в этой игре может взбесить за доли секунды всё. Просто себе бежишь, блин, прыгаешь, умираешь. Нормально. Опять загрузка. Ещё нельзя было запрыгнуть, допустим. Она там не цепляется. Прикольно, что она там не цепляется вообще. А можно было бы сделать... А то вообще ни хрена не понятно, куда нужно. Да-да. Да-да. Куда-то вверх. Hey, we found a passage to shelter in. Good. I've got deathmark problems. Zurich Besh found a way in. Gotta deal with them first, then I'll come find you, okay? Strange. I'm picking up movement in here. NT5? Kadeek? Oh, lost him. А, в эту сторону. What's going on? Да я упал. А потом предупреждать нужно. Ребят, да что у вас там творится? Так, отличненько. А шо, прятаться или шо? Не хочу я прятаться. Мы такую скукотищу пережили, блин. Какие-то типы вообще, блин, просто магией обладают. Вообще просто.
Ну да. В общем. Что это за бред? Я такого вообще в Звездных войнах не видел. Кто это там так скипается, блин? Какие-то супер, блин, типы. Дымку кинул, ушел, блин. Нормально, нормально. Хотя такого я. Такое я реально первый раз вижу. В Звездных войнах. Это какая-то дикость даже. Окей. You've got to be kidding me. And this was supposed to be a secret base. You need to get out of my way. You know, I came here looking for your help, but looks like you might need mine. No, I think one death mark on my back is enough. Now let them go. Okay. This may be the last BX factory in the Outer Rim. Jedi infiltrator detected. Alert General Grievous. What do you need? The Hutts captured one of our teams. They're gonna sell him to the Empire. You help my friends, and I'll help yours. You cross me again, I'll sell you to the Empire myself. Deal. Ой, блядь. Я уже, блин, просто сейчас умираю с этого сюжета. Это, блядь. Ой, короче. Лов нету. There's a repair bay you can use while we look for the part. I need to hook him up to the factory power as quickly as possible. Hopefully that still works. Remember, we need a compound regulator and it has to come from a BX power core. Come on, big guy. When are we leaving? My team's double-checking our intel on the Hutt's location. We have some supplies. Should think about stocking up. Maybe check in on your droid. Make sure it's got what it needs. His name is ND5. Right? Sorry. There's an old delivery turbo lift we use as an exit. When you're ready, head to the surface. Ага, нихуя себе сервис. My first take on you was... mistaken. Denian, if you had told me on Kanto you were trying to help a friend, things might have been different. I'm not interested in talking about it. Это же та чувиха, только белая. Если я не ошибаюсь. They're a big reason I have a death mark. How's Andy? I have hooked him up to factory power, but I don't know how long it will keep him functioning. Do what you can. I'll be back as soon as I help these rebels. А где она делась? Ну реально. Кто видел эту, короче, женщину? Это ж тот же скин Вейл, только с белыми волосами и кожей. Посмотри, ну реально. Это просто очень. Ай, кто-то, блин, конечно, задешевил. Ну? Ты откроешься? Да, помоги мне, я помогу тебе. Друг друга, блядь, наебут. О май гад. Очень все весело. Сходи туда, помоги сначала мне, потом я помогу. Ой, блин, ты же херовина. Да сказала бы, иди нахер, я вас сейчас всех перестреляю и все. Иди сам себе помоги, блядь. Такая, конечно, блин, муть. И так везде. Все повторяется. Okay, Asara, I'm on the surface. Where are you? On my way to Hutt territory. I'll meet you there. Yes, you will. Ебать, 3 километра. И так везде, так вся игра. Все повторяется, ебать. Я очень рад, что мне нужно аж сюда. Ебать, еще и быстро перемещение не работает. Ничего не работает. Или просто нельзя отсюда. Ай, бля.
Дайте мне терпение, пожалуйста, да пройти это. Теперь я понимаю, почему она так не понравилась. А вы всем прям. Прям всем. Вот это реально халтура. Карта, ну прогрузись. Спасибо. Спасибо. Почему я могу... А, я даже сюда не могу. Вот это растягивание сюжета. Блять, ну... Ладно. Вот они реально сейчас берут и растягивают сюжет. Потому что оно, типа, нужно же было. I'm a little surprised to see you go so far out of your way to help a droid. Okay, and I'm not surprised at all that the Hutts got the jump on you. My team got captured trying to buy weapons to use against the tribute convoys. Let me guess. The Hutts figured out that rebels are worth more as prisoners than customers. I should have seen it coming. Callus wouldn't have made that mistake. She was my sister, and she died at the Battle of Scarif. I'm sorry. Never heard of it. The Empire made sure of that. Callus was a hero. And when she needed my help, I wasn't there. That's why I'm a rebel now. Hey, Asara. What is it, Kay? Something's been bugging me since your crew left me for dead. Yeah. I'm sorry about that. How did you end up in one of Sliro's vaults? Well, Sliro's a man with a lot of resources, and I thought I could liberate some for the cause. Yeah, sure, but why send you? You're clearly not that good at it. Maybe. But I do know people who are. Like you. Короче, понятно. Нужно перезаходить в игру. Короче, нужно перезаходить в игру. Мне тогда... Почему нельзя сохранить? Да почему? Типа это задание продолжается? Да ну блин, это же самое... Ай, блядь. Я тогда перезашел, это мне помогло на этой карте. Okay, Asara, I'm in the tunnel territory. You're close then. I'm just up ahead scouting at our target. Короче, когда сюда отправляешься в Акиву, лучше перезапустить игру, если ты долго играешь, потому что эта карта очень странно себя ведет, когда ты на нее высаживаешься. А здесь, блин. Нельзя сохранить. Потому что задание такое. Если б я об этом раньше знал, что нужно именно на этой карте, блин, перезайти. Потому что она лагает, как говно ебаное. Ай, понятно. Это отчасти проблема и карты, и, наверное, еще какое-то совпадение просто. Просто совпадение. Да мне все равно на твою команду. To the Empire. Those are my friends, Kay. And Andy's mine. Stay out of sight while I do this. The last thing we need is to turn those prisoners into hostages. Yes, sir. I'll scope out an escape route for us. Сил, блин. Откройте клетки. А ничего, звери, что я буду клетки открывать. Да блин, ну реально, типа, какая хуй разница? Мне же все равно на них. Взяла бы, сказала, зачем мне это нужно? Типа, я не помогу тебе, ты, если ты мне не поможешь, я тебе не помогу. Охуеть. Хай бы, пускай уже убил, блин, и все. А ты, типа, уже и так херней пострадал. В начале игры. Это ж он вроде был, да? Мы его вроде бы забирали. Стрелять же можно? Дайте хоть повеселиться, блин. Ну, скукотища, блин, такое вообще просто. Бе-бе-бе-бе-бе.
сука, не попал. Киборг, убийца. Да. Вот хотя бы веселье какое-то, слушай. А то, блин. Трюкательные истории. А что это? Таймер какой-то. Ладно. Прыгни, ты уже прыгни. Так, там еще где-то два типа должно быть. О май гад. О май гад. Там еще где-то один остался. Это моя территория, сучки. Это теперь моя территория. А как нам клет... А, там же нужно было эти открыть, да? Типа получить доступ и открыть клетки. Не, кстати, здесь вот сейчас мне практически не было призов. Странно. Очень такое ощущение, будто некоторые локации либо плохо. Ладно. У игры есть вероятные проблемы с производительностью в некоторых местах. The Empire is here. That's not the Empire. That's Zarek back. I don't know, Kay, but get my team out of there. Give it up! Careful, Stephen! А мне все равно на твою команду. Сколько раз повторял? Сколько... А, вот у меня проблемы. Что мне делать?
А, зону зачист. Фига себе. Сука, еще и сопроводить их нужно. Знаете, сколько мои услуги стоят? Уйму. Классненько. Придется это терпеть, а что делать? А что делать? Где вы? Самый маленький бежит. Давай, давай, хороший. Красава. Даже оружие взял. Я бы перезагрузился, блин, вот убрать эти фрезы сраные. А, это эти мощные, да? Бам! The way is clear. Why was it Zarek Besh and not the Imps? My guess? Ever since we hit him, Slidero's been targeting rebels, trading us for influence. Now, Kay, you held up your side of the deal. Yeah, I'm sure they're разговаривают, конечно. I'm okay. Oh. You saved a lot of good lives today. You could save a whole lot more. You know what I realized about you rebels? What's that? I got a death mark, a half-dead droid, and a crew without a heavy. And all you want to talk about is how I can help you. You're just another syndicate, taking what you think is yours. We found the BX regulator, but it doesn't look good. We're on our way. Is ND5 okay? We should hurry. Ух, наконец-то или не наконец-то. Мы будем назад, типа, тем же путем возвращаться? Или нас перекинут? Походу перекинут. Потому что это очень долго, блин. Какие-то очень, блин, прям... То ли мне кажется, то ли реально скучная миссия какая-то. Когда ты там лазишь, здесь лазишь. Сколько мы уже? 48 минут. Че, такая локация, конечно, не особо. Второй раз на ней, и есть проблемы с производительностью. Perfect. That one. Hook it up to the couplings. Quick. But not too quick. Okay. You've got it backwards. Andy? It's a miracle he lasted this long. Kadeek! Let go! Okay. Kay? You gonna start talking? The casino job went bad. What do you want me to say? Heard Gadeek stripped that dealer droid's protocols, but it panicked. Triggered an alarm. You knew? Still got a few contacts in the CBPD. Gadeek made a mistake. You think I wanted him to get picked up? You left him behind, Kay. Now he has to choose prison or the Empire. Easy. Gadeek knew the risks, okay? I work better alone. Always have. That sounds like Rico. Not you. I'm done talking. You're okay. Did I hurt you? Even if you did, you were broken. No, it's me. Without Jalen's restraining bolt functioning, I'm just a battle droid. Infiltrate and terminate.
Nothing else. That was you. I told him not to. Secrets, contacts, credits. I'm the one who brings them all together. Hey, Kay. We need two slicers, right? Well, here's the best of the best. Not her. A ship, a crew, big job in the works. I always knew you could do it. I'm just here to make sure you finish strong. Look, Kay, I get it. But the score comes first. We need her. You need her. And that death mark's not going anywhere. Good to have you back, old friend. Well, looking forward to catching up, kiddo. Все, давайте уже уберемся с этой планеты, блин. Why are you here? Jalen said you needed firepower, and rebellions aren't cheap, so. А нахрена мы тогда бегали вот столько? Зачем это все было? Если Джейлон и так мог найти людей. Зачем все это было? Такая, конечно, странная тема. I want her off my ship. No, I mean, once we pull this off and you're richer than most of the galaxy, what do you want? What? Who cares? You can't answer. I want my cut and Rico gone. You want to be free, Kay. And to do that, you need to stop keeping score with some ghost and start seeing what's right in front of you. She left me with a blaster and a casino chip, Jalen. I was 12. Okay. How about I tell you a secret? I was born rich. Secret? If you hadn't hired me, you'd be a mark. My family built ships on Corellia. We were wealthy, powerful, and we hated each other. Then the Empire came, smelled weakness, tore us apart. Hate turned to murder, and here I am, the last survivor. And I only have Andy 5 to thank for that. Well, at least you lived. My family's hatred destroyed our future, Kay. Now, your mother is one of the best slicers I've seen, and she wants you to pull this off more than any of us. Even me. It's your crew. What's next? You know Sliro's mansion better than any of us, so it should be no surprise we'll need his master key of passcodes, always kept on his person. I've got word he's brokering some deal between Zarek Besh and the Empire's intelligence outfit, the ISB. Infiltrate the meet, get the key, and regroup with the crew on Kanto. And then, we pull off the greatest heist the galaxy has ever seen. Kay, Rico has secured a Lambda shuttle. I'll send you the coordinates. And be careful. Так, истинное задание. Здесь же нужно поговорить. Серьезно? Зачем с ним опять говорить? А, с ее мамой. С ее мамкой нужно поговорить. Почему на этой планете? Я уже не хочу на этой. Ладно, ну хотя бы можно перезайти. Это уже лучше будет, чем вот это, блин, сейчас. Ну я не знаю, типа. Если это поможет, конечно. По идее, должно помочь. Супер охлаждение. О, импульс. Ну давай.
Подожди, а у нас там стояло взрывной, да? Блин, лучше бы я взрывной, наверное. Улучшил, он поинтереснее. Типа на группу работает и так далее. Ну ладно, нужно что-то новенькое попробовать все же. Ладно, ебать. Ладно, давайте на этом закончим. Уже в следующей части, там, блин, побыстрее бы свалить с этой планеты, потому что она какая-то реально хреново работающая. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Зубовитр. Всем пока.